Вітаю вас в ефірі АТН «Віддзеркалення», в студії Тетяна Райда. Сьогодні ми будемо говорити про можливість чи неможливість відставки уряду у найближчій перспективі. Отже, останні події, а також настрої у партії регіонів і все, що може вплинути на відставку або її відсутність, будемо обговорювати сьогодні з експертами. В студії АТН в гостях сьогодні доктор економічних наук Володимир Соболєв. Вітаю вас. Здравствуйте. І також у нас сьогодні доктор політичних наук Ігор Поліщук. Доброго дня вам. Доброго дня. Отже, панове, я б дуже хотіла, щоб ми сьогодні обговорили всі аргументи за та проти. Тобто, які події, можливо, останніх часів, які висловлювання говорять за те, що це може відбутися? Ну, діло в тому, що, взагалі-то говоря, ця відставка повинна була б пройти на наступний день після назначення, оскільки Азаров, як символ епохи уходящей или давно ушедшей, абсолютно не вписується в реалії сьогоднішньої жизни, как украинской, так и планеты всей. Поэтому, возможна ли отставка? Она возможна, так сказать, как с степенью вероятностью 50% возможна, так и невозможна. Почему? Потому что Азаров очень удобная фигура для битья. В условиях, когда фигура премьера стала чисто номинальной, и он за все отвечает, но ничего не может без команды сверху. Поэтому все провалы, так сказать, экономической политики на него очень удобно списывать. Вопрос сейчас, видимо, решается о моменте, когда выгодно, вот, списав на него все, так сказать, грехи за неосуществленные реформы, обещанные полтора года назад, значит, это осуществить. Так, поэтому вот пробный шар, так сказать, было заявление Арбузова, вот, которое ясно было подготовлено в администрации и озвучено им. Вы поняли, что это документ? Зроблено у співпраці з адміністрацією президента? Безусловно, тому що Арбузов не та фігура, яка щось може себе дозволити самостійно зречь, так сказать, без предварительного соизволення хазяїна. Це надто сміливо для нього особисто? Діло навіть не в смілості, а в рівні мислення, кваліфікації і так далі. Просто взагалі смисл в тому, що от Азаров, взагалі говоря, нічим не відрізняється від будь-якого другого свого, так сказать, преемника, возможного, из этой же партии региона, поскольку образ мышления вот, у них поразительно у всех одинаково. То есть это мышление такое дремучее, совковое, значит, не рыночное, вообще какое-то такое совершенно специфическое. Поэтому на самом деле дело не в Азарове, а в том, что отсутствие внятных реформ, преобразований в течение последних полутора лет неизбежно усугубляет кризисное явление в экономике и требует козлов отпущения. Азаров – самая удобная жертва в этом отношении. Пан Игорь, ваша точка зрения? Я хотел бы в основном согласиться с коллегой. Единственное, мне кажется, что сейчас отставка Азарова невозможна в том плане, что тот политический момент, который, или время Че, как мы говорим, он еще не наступил. Да, сегодня мы видим, что идет пробуксовка реформ, в основном это разговоры о реформах, а как таковых мы их в реальности не очень-то видим, эти реформы. Но, понимаете, логика развития политической ситуации подсказывает, что наверняка все-таки отставка будет произведена осенью. Потому что сейчас время уже, по сути дела, наступает отпусков. Сейчас идет спад политической активности общей. Это давно известные тенденции развития политики не только в Украине, а в любом таком как бы, обществе, которое вот, развивается и пытается проводить какие-то реформы, трансформации и так далее. Это лето не сезон. Вот. Поэтому да, сейчас просто не сезон для такого. Я думаю, что сейчас вот абсолютно правильно было подмечено, что в общем-то вся кадровая политика, в том числе и назначение в правительстве, она же находится в руках президента. Поэтому ничто не мешает, мне кажется, вот дозированно так поступать. Вот, допустим, наступает какой-то кризис, мы отправляем в отставку одну одиозную фигуру. Это поступовое выпускание пары. Да, 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 да. Потом продолжается какое-то развитие негативной ситуации. Мы выпускаем пары еще. И вот так ход за ходом будет. Какие-то ротации обязательно произойдут. Но они будут, наверное, осенью. Я не думаю, что сейчас все вот этот весь шум, который подняли, он несет себе прямо такие супер угрозы для Азарова. То есть, с вашей точки зрения, выпускать пар постепенно увольняя, там, сегодня говорили уже и о табачнике, да? Вот. И увольнение, связанное, да, с последним расширенным совещанием по ЖКХ. То есть, это постепенно, вы считаете, увольнение одного за другим
Причем, знаете, оно выгоднее Януковичу. Да, тем более, что здесь, вот даже если разобраться вот по сути этих отставок, которые мы уже имеем, то, ну как вот, допустим, смотрите, вот этот градоначальник Севастополя, значит, его увольняют под предлогом, что он там не занимается ЖКХ и так далее. И одновременно ему предлагают какое-то агентство по вопросам ЖКХ. Ну, там есть вот такая информация, я его читал, аналитику. То есть, получается, что левой рукой мы его бьем за то, что он провалил там вопросы ЖКХ, а правой еще поднимаем на более высокий уровень. То есть, тут не совсем это логично, конечно. Владимир Михайлович, как вы считаете, Азаров на сегодняшний момент свою функцию чиновника для битья выполнил? Можно ли его сейчас отправить в отставку Януковичу? Может быть, не совсем внятно высказал и коллега, я с ним согласен, что сейчас, скорее всего, что нет. Хотя все может быть, но, естественно, момент еще, может быть, не настал, потому что еще, как говорится, жареным не запалах. Кроме того, что не сезон, что еще сейчас помешает президенту сделать этот шаг? На самом деле, ему ничего не мешает делать любые кадровые шаги. Вот после того, что было сотворено с Конституцией, вот, в принципе, вернулась, так сказать, кучминская модель. У нас, вообще говоря, отвечает за все президент. Поэтому если президент заявляет, что за полтора года в сфере ЖКХ ничего не было сделано, так, то как бы не совсем солидно топать ножкой на министра. Потому что ты его назначил, и он тебя, собственно, водил за нос. Значит, одно из двух. Либо у тебя кадры неподходящие, либо ты сам не понимаешь вообще, как нужно ими руководить. Поэтому здесь как раз очень неудобная позиция у Януковича, потому что он, наверное, не до конца осознавая это, желая выстроить, так сказать, полную пирамиду подчинения вертикального, он на себя взвалил неподъемную ответственность. Потому что, на самом деле, кроме вообще управленческих навыков, частью из которых он, безусловно, обладает, нужна еще квалификация, которая определяется уровень профессионализма и знаний. Вот никто иной, как Богдан Гаврилишин, известный авторитетный специалист по рыночному реформированию восточноевропейских стран и Украины. У него есть фундаментальная работа, и он был однажды назначен, правда, он об этом не знал, советником Януковича, потом от него ушел. Вот. Он это четко в последнем интервью сказал, что Янукович прекрасно понимает, что у него уровень знаний недостаточный, образования не хватает, он это понимает. Так? И он, наверное, по-своему в рамках своих представлений представляет, что нужно что-то делать. Да? Но дело в том, что вокруг него люди очень хорошо представляют, что нужно делать, потому что мы говорим, он говорит, об отставке Азарова. Но на самом деле политическая жизнь у нас не сводится к отставкам министров. Она еще связана с экономической жизнью, которая не сводится к официальным позициям или поведению, или шагам Азарова как премьера. У нас по-прежнему продолжается теневая экономическая жизнь, которую возглавляют наши промышленные финансовые группы. По-прежнему идет дерибан бюджета, дерибан земельных участков, крымской земли и так далее. Там для острастки сажают каких-то там мелких чиновников и так далее. То есть на самом деле ситуация весьма плачевная в стране. И сводить ее к отставкам, это знаете как, это тоже определенный путь. Повод информационный. Но ведь пар же выпускать действительно нужно, да, потому понимаете, что последний опрос, да, Украинский демократичный клуб, наверняка вы знакомы с этими цифрами, 71, больше 71,5% не одобряют действия Азарова. А в мае прошлого года 29,8%, то есть за год вот такой провал. Это значит, что общество как-то реагирует на то, что делается и то, что не делается. И оно ждет адекватных шагов. А вот как в сказке «Хаджи на середине», вот джинны вы ищете не там, где потеряли. Поцелуйте за это под хвост моего ишака, извините за выражение. Значит, то есть, в принципе, народ правильно констатирует полный провал деятельности власти, но власть реагирует на это неадекватными методами. То есть, знаете как, вместо того, чтобы все-таки начать долгообещанные реформы, ограничить власть финансового капитала, олигархов, дать простор мелкому и среднему бизнесу, власть предпринимает шаги в прямо противоположном направлении. Поэтому, естественно, реакция народа такая. А когда она думает, что изменить реакцию народа можно, даже ритуальной какой-то жертвой того же Азарова, это только отражение ее, опять-таки, ценностных установок, представлений, квалификации, профессионализма. То есть крайне низкого. Игорь Алексеевич, а вы как считаете, вот такие цифры, которые общество предъявляет власти, оценивая, не одобряя вот так массово. И то, что это общество, как мы увидели 19 мая, совершенно не готово ничего сделать само, самостоятельно. Вообще ничего. И, честно говоря, даже у меня было такое иногда, проскальзывала такая мысль, что если бы я была этой властью и хотела бы выпустить пар, я бы сама организовала такой митинг. Сама бы его провалила и сказала бы, что-то у нас оппозиция. Они, в общем-то, так и действуют. Наша власть, я не согласен, что она уж такая прямо безграмотная. Там есть разные люди, они обращаются за консультациями к
профессионалам высокого уровня по некоторым вопросам. Вот, поэтому я бы сказал так, вы знаете, вот почему я сказал, что она, в общем-то, так и действует. Ну, на мой взгляд, вот то движение, которое сейчас возглавила Королевская, попахивает там каким-то таким, знаете, ну, каким-то таким Гапоновщины. Вот что-то есть. Вот, ну, я ну, не, вы знаете, я скорее даже не о том, кто организатор и какие цели, я о том, что опросы показывают вот такое недоверие, жизнь показывает, что на площадь не выгнать людей. Сейчас просто, понимаете, есть усталость от этого всего. Во-первых, есть усталость объективное общество от политики как таковой. Поэтому этот фактор мы никак не сможем нивелировать. А это за или против вот варианта с отставкой играет? В какую сторону? Ну, отставка, она, я вот согласен в том плане, что это, если кто-то думает, что вот отставка Азарова, она прямо на каждого рядового человека произведет очень неизгладимое впечатление, и все будут только обсуждать эту отставку, он глубоко ошибается. То есть люди живут своей жизнью, они даже не столько жизнью, сколько выживанием занимаются. Поэтому для них все вот эти верхушечные... там полностью оторваны от их проблем. Вот полностью. Эти верхушечный ветер, он для них, знаете, как... ну что-то там даст для каких-то, может быть, каких-то небольших разговоров, не больше. А что касается, почему вот вроде бы есть уже критическая масса негатива, и почему не выходят и не протестуют, то вы ж не забывайте, что для того, чтобы вышли, нужен лидер, которому доверяют. А с этим сейчас есть определенные проблемы. Потому что помаранчевая команда, она-то тоже ж не показала суперэффективность. Да, люди вроде поверили, были суперожидания, все, был подъем. Просто кредит доверия Ющенко, вспомните, 2005, он просто зашкаливал. И вот но не проваливался, по-моему, еще быстрее. Да, и он, но он проваливался, потому что был завышенный уровень ожиданий от этой фигуры. Он шел как оппозиционер, как народный премьер, который начал вовремя выплачивать пенсии и зарплаты. У него был очень большой кредит доверия. И шансы исторические. Да, и шансы исторические. А время было упущено, и сейчас, может, они и хотели бы что-то сделать, вот нынешняя власть. Я, например, не сторонник вот прямо там из всех из них делать там волков, из, ну, погоди, которые вот за зайчиками гоняются и, как и думают, кого бы только съесть. Но все-таки власть, мне кажется, тут, смотрите, еще какая системная ошибка. Кадровая политика. Ну, нельзя кадрами одного региона накрыть такую огромную страну, как Украина. То есть всегда должен быть, это первый момент, что очень узкий подход в кадровой политике, он такой местечковый. Второй момент, сама природа вот этих механизмов ротации кадров. Ведь кадры-то как подбираются? Не по уровню профессионализма, а по кум-кум, брат, сват, лояльность. Этот человек того, этот того. И вот. А когда вот такие механизмы отбора кадров, то ничего толкового такая команда создать не сможет. Владимир Михайлович, в связи с этим к вам у меня вопрос. Как вы оцениваете вот то, как Азаров, ну, защищался в среду? Он же говорил, что должны полететь, возможно, губернаторские головы. Обсуждали ЖКХ, да, и, возможно, введение единого тарифа и разницу колоссальную, которая есть между регионами. Вот это было...